Ребята, привет! Нахожусь в торговом центре «Сага» и очень важная история. Смотри, они рекламируют мусоросжигательный завод. Это, да? И прикол его в чем? Самый главный прикол, что люди, которые живут на этой территории, собрали 50 тысяч подписей о том, что не быть мусоросжигательному заводу. 50 тысяч. Соответственно, проект заблокирован и про него надо забывать. Но торговый центр «Сага» так не считает. Они считают, что мнение местных жителей не стоит уважать. Что местные жители – это просто говно и отребье жалко. А мы на их территории поставим торговый центр и будем зарабатывать. Ребятушки, поэтому заходим в Google, торговый центр «Сага», и пишем в отзывах. Обязательно пишем в отзывах, что торговый центр «Сага» занимается рекламой мусоросжигательных заводов жителей, выступающие против него. То есть идея такая, что он ведет нечестную политику. То есть торговый центр не должен в этом принимать участие. Потому что если люди проголосовали, 50 тысяч подписей собрали, понимаете, что это нам не нужно, то почему торговый центр «Сага» не считается мнениями этих жителей, а работает на территории этих жителей? Поэтому заходим, ребятушки, на Google. Отзывы, ставим низкую оценку и обрушиваем сайт торгового центра «Сага». При всем уважении, я самый, наверное, ежедневный человек, который здесь находится. Это прям мой торговый центр. Но, тем не менее, если этот торговый центр выступает против моего мнения, вот такая у меня родилась идея. Теперь посмотрим. Смотрите, огромный торговый центр. Это у нас что? Это электричка? Или сюда у нас будут привозить не мусор, а сортированный мусор? Сжигать его, продавать нам тепло. Вот теперь посмотрим, как будет выглядеть этот скейт-парк. Смотрите на этот скейт-парк. Просто жалкая лужаечка какая-то перед торговым центром. Какой идиот пойдет на мусоросжигательный завод кататься на скейт-парк, гулять с детьми? Блять, что это за прикол? Нереальная труба, которая 24/7 будет отравлять окружающую среду. В доступе детских садиков что-то около 5, если не ошибаюсь. 2 100%, 5, по-моему, плюс-минус, надо считать. И единственное, что нам предлагают, вот эту вот скейт-парк, если так можно сказать. Еще раз говорю, заходим на сайт Google и пишем негативные отзывы. Это очень важно для того, чтобы торговый центр прекратил эту недобросовестную, нечестную политику. Я бы еще понял, если бы здесь был сайт противников мусоросжигательного завода, чтобы было объективно. Есть сторонники, есть противники, и тогда посетители торгового центра получают объективную информацию и могут как бы принимать свое самостоятельное решение. Но поскольку здесь это не так, заходим, пишем негативный отзыв. Вот так он выглядит, походу.